Помните «Вечное сияние чистого разума»? Это очень важный для меня фильм. И проснувшись 14 февраля, без особого романтичного настроения, я решил повторить спонтанную поездку из начала фильма. Настроение и правда было похожим. Утро, вокзал, поезд, зима и отсутствие желания заниматься важными делами. Сегодня праздник, который придумали компании, производящие открытки, чтобы заставить людей чувствовать себя паршиво. Люблю эту цитату. И да, она из фильма. Ровно из этого момента. Слушай, извини, я сегодня не приду. Да, навалилось всякое. Блокнот, правда, помогает мне справиться с мыслями. Как будто можно выкинуть из головы лишнее, просто написав это. Тут красиво. Разочаровался в песке. Это всего лишь камешки. Да, это тоже цитата из фильма. Я уже говорил, что фильм очень важен для меня. Важным он стал, когда мне было 16 лет, когда я пытался справиться с тяжестью первой любви, видя во всем этом себя. Когда через 2 года я собирал рок-группу, после долгого перебора названий меня осенило. Монтаг. Именно туда идет Джоэл, это ключевое место фильма, которое связывает все воедино. Здравствуйте, это группа Монтаг. Сейчас мы представим несколько своих треков. Собрать группу — дело не из легких. Сначала нужно научиться играть на гитаре. Это минимум несколько лет. Научиться писать тексты. И найти таких же отбитых мечтателей, которые готовы без опыта и ресурсов с полного нуля тратить кучу сил и времени без четких перспектив. Мы учились и репетировали. Тратили все деньги на инструменты и запись. Выступали перед кучкой друзей. Устраивали фотосессии. Вы только посмотрите на эти серьезные мордашки. Крутые, да? У нас даже были майки со своими принтами. Мы писали песни абсолютно обо всем, что бесило, злило и беспокоило. Общество. 20 в каждом первом. Желчь, расстройство и нервы. Буддизм. Сложная любовь. Я очень многому научился за то время. В какой-то момент это стало настолько важным, что я даже бросил университет. Родители были в шоке. Но это был настоящий рок-н-ролл. Барабанщики и басисты постоянно менялись, но с вокалисткой Викой мы прошли весь путь и даже вместе переехали в Питер, чтобы делать группу там. Hey, привет. Слушай, я снимаю видео про Монтаг. Какие-то воспоминания, мысли, как все было. Знаешь, такая легкая ностальгия. Скажешь пару слов? И где ты сейчас? Привет из Израиля. Вот это вот Иорданские горы. Было прикольно, когда мы гуляли около реактора. Когда в реакторе с трудом мы прокачали пустой зал рукой. И мечтали о том, что мы когда-нибудь там сыграем, потому что это был самый популярный и большой клуб в стране. И спустя несколько месяцев нам таки удалось это сделать, и приезжали родственники и друзья с других городов. Это был такой момент единства со всеми, и такой вот... Такое живое состояние внутри, что ты добился того, чего хотел. Наверное, с Монтаком я впервые осознала, что человек реально способен на то, чтобы исполнять свои собственные мечты. В этом нет ничего сложного, нужно просто желание и определенные действия в этом направлении.
А потом после концерта мы всей компашкой шатались по Минску, пили шампанское, были такие счастливые. Это было так здорово. То, что мне подарил Монтек, ощущение себя перед людьми, опыт, сцены, это все остается дальше. Я безумно счастлива, что это случилось в моей жизни. А еще у меня есть вот такая вот штучка. Небо молиться, сложно остановиться. Помню, как услышал, что скоро будут выпускать сериал с названием «Монтек». Сеттинги 80-х, про приключения и мистические события. Я очень расстроился и хотел, чтобы этот сериал никогда не вышел. Потому что тогда нашу группу было бы невозможно найти в поисковике. Через несколько лет я стал лютым фанатом Stranger Things. У меня даже майка есть. И я очень удивился, узнав, копаясь в материалах о сериале, что именно он тогда разрабатывался под названием «Монтек». В 60-х в «Монтеке» якобы проводили секретные эксперименты с целью создания психологического оружия, перемещения во времени и изучения телекинеза. Вся эта атмосфера сильно чувствуется в сериале. И я очень рад, что он вышел. Люблю его. После съемок первого большого клипа, на который я потратил последнюю зарплату бармена, я ушел с работы. А еще через неделю группа распалась. Барабанщик вернулся домой в Магадан, басист собирался работать в Китае, а Вика переехала за любовью в Москву. Тогда я и начал снимать видео. Просто ходил с GoPro по улицам Питера, проверяя на деле теорию шести рукопожатий. Думал снимать очень-очень давно. Все, классно. Ну, то есть ты знаешь белорусские группы и щупать из планеты Х? Я к тебе подошел из-за велика, ну из-за твоей желтой кофты. Я наблюдал просто невероятные совпадения и взаимосвязь людей. Удара нет, свет держимая в ладони, нет! Не пистолет, а тупой огромный нож! Потом снимал руферов. Это было захватывающе, но временами опасно. И решил уехать без денег и особых планов. Автостоп и долгие поиски себя. Один раз Вика даже попросилась со мной. Мы доехали до Узбекистана. Я остался жить в местной семье на 3 месяца, а она добралась до Таиланда. Ее жизнь очень круто изменилась. Она все еще не вернулась из того путешествия, а прошло 4 года. Нашла своего человека и играет музыку по всему миру. Я правда очень этому рад. Я возвращался в Питер и снова уезжал. Развивался в съемке и постоянно что-то искал. Что-то находил. Чувак похож на Гальгадос? Год назад я поехал в Турцию делать видео для канала и столкнулся с полным бессилием. Внутри был крах. Я не знал, что делать, и поехал через полстраны в Каппадокию. Это потрясное место. Говорят, Джордж Лукас вдохновлялся им при создании Татуина. Я решил исследовать эту местность пешком. Обошел все, что только можно было обойти. В наушниках играли 21 Pilots. И меня словно пронзило. Я реально забыл, что музыка может так трогать и просто бомбардировать эмоциями. Вокруг было так красиво, и внутри все переворачивалось. Дома я набил на запястье хлорин, как напоминание о том моменте, и пообещал себе снова играть. А сегодня, после поездки в свой Монтек, я вернулся и достал гитару. Сколько бы времени ни прошло, я чувствую, что эта группа всегда будет частью меня. И я еще запишу свой альбом. Очень вдохновляет. Я тут прочла парочку. Я думаю, вам они понравятся. Что ж, я с удовольствием послушаю парочку. Например, вот такое. Благословенно забывающие, ибо не помнят они своих ошибок. Это Ницше, верно? Да. А я надеялась, что смогу вас удивить. Нет, это хороший афоризм.